Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в одну игру, которую мне посоветовал Михаил Сокольников. Миш, специально для тебя. Играем. Так, сейчас настройку сделаем. Отлично. Ну что ж, давайте смотреть. Мы играем здесь за варвара. Так, это у нас что такое? Ага, ускорение было. Ясно. Так, нам показывают, что надо куда-то идти. Ох ты! Так, ответочка топором. Готово. А что мы такие радостные? Грибы. Ага, ясно. Мы едим грибы с вами. Ускорение, ураган, закрученный топор. Так, типа у меня новый скилл, да? Мы такие довольны. Молот лежит какой-то. Зайти сюда. Запускает ураган после удара. Ух ты, там разборки какие-то. Молот. Ну и нажмем. Ага, бросили, понятно. Так, что это за чмыреход такой фиолетовый, а? Тоже, видим, какой-то варвар. Но он какой-то злой. Так, надо его накумарить. Оу-оу-оу-оу, тихо. Так, а вот это, я понимаю, напарник мой, что ли? Потому что она мне помогает. Так, ускорение, закрученный топор, торнадо. Я даже не знаю, что взять, ребята. Ох, ё-моё, нифига вас тут набежало-то. Олухи, успокойтесь. Так, ну-ка давайте-ка со всеми тут будем разбираться. Ядрёна вошь. Всех завалили. А нет, еще бегает один. Иди сюда. О, теперь я тоже могу быть фиолетовым. Такие деловые, да? Чё, все что ли? Ага, понял, ребята, это была у нас тренировочка. Закончим, конечно же. Вернуться в лобби. Ну, давайте вернемся. И мы получаем золото. 201 монета. Открыть меню. Открывает. Так, это у нас какой-то магнит. За один голд можно открыть. Удачно открыли. Одеть. Кликни тут, чтобы вернуться на основную страницу. Для подбора противников надо кликнуть сюда. Угу. Пожалуйста, выберите себе персонажа. Ага, этих нельзя, я могу либо Барбаркью, либо Ваули. Конечно, я буду Барбаркью, потому что я мужик. И персонаж у меня будет мужик. Ядрёна вошь, это оказывается у нас из заряда ИО игр. Вы смотрите, смотрите, а, что делает. Интересно, это боты или реальные? Нет, это реальные игроки, смотрите. Тут статистика, все как полагается. Что я такое ем? Не пойму. Грибы какие-то светящиеся, что ли? Так. А, магнит, знаете, что это, ребята, означает? Дальность сбора улучшения. Понятно. Так, а что это у нас такая за елка тут появилась? Смотрите. Давайте, может, посмотрим на нее, сходим. Тут еще и подарочки лежат. Видимо, Новый год тут еще в разгаре. Оу! Кто такой-то? Джулия, да? Ну, я тебя сейчас устрою, блин. Иди сюда. Порвал эту Джулию. Как сосунка. Так, курочка. Ну, я так понимаю, курочка, наверное, это ХП восстанавливает себе. А вот и елка. Смотрите, нифига у нее там жизней. Она, наверное, меня сейчас порвет. Давайте попробуем на нее напасть, а. Оп. О, да она ничего не делает, ребят. Но зато у нее вон вылетают эти горшочки с грибами. Эти тут Джулия разборки наводит с кем там, с металлом. Так, пора мне эту Джулию тоже нахлобучить еще разок. Иди сюда. Отлично, мы вздрючили ее. Кража энергии, магниты, шипы. Ну, давайте шипы. Опачки, смотрите, после меня остаются шипы. Прикольно. Так, я, ребята, кстати, на первом месте, если вам это... А, нет, уже не на первом, уже на пятом. Быстренько меня как-то вниз спустили. Так, подарочек лежит. Кожа энергии, повышение энергии. Давайте, наверное, кража энергии, да. Так, Джулия, да, у нас там. Я на четвертом месте пока, ребята. И я смотрю, здесь замес у нас какой-то. Нужно, наверное, сюда быстренько прийти. О, горшочек сколько.
Все, ребята, у меня, по-моему, все скиллы забиты. Я не могу ничего новенького изучать. Опа, иди сюда, Амбер. Фух, какие-то они здесь, ребята, ватные, если честно. Ладно, может быть, это так сначала. Иди сюда, тут еще, смотрите, или корейцы, или китайцы. Кто тут, я не знаю, на каком тут языке. Так. Ну, получил молотом, придурок. Все, лутаем здесь. Бомбочки всякие тут лежат. Так, курочка. Две бомбы я взял, отлично. Я так понимаю, я их могу бросать. Значит, у меня есть... Ага, о, разборки. Нате, выкусите. Одного гроб... Так, тихо, тихо, не буяньте, сосунки. Так, Метал, ты задолбал уже, а? Слушайте, а что означает, когда я фиолетовый? Я, может, в ярости в какой-то, а? Смотрите-ка на меня. Слушайте, я нифига, по-моему, не на первом месте, ребята. Хоть у меня и написано, что я на первом... А, все, здесь я на первом месте, а рекорд у Луджао из Бразилии. Он король этой арены, 5388 очков у него. У меня еще даже 1000 нету. А ну-ка, иди сюда, Метал, давай-ка я тебя быстренько разберу. Опа, на. Так-так-так. Шикарно, расправились, причем сразу с двумя, и с Джулией, и с Металом. Амберт опять здесь бегает. Иди сюда. Что у них за птички рядом с ними летают, а? Всякие там. Куда спрятался, гад? В облачко прячется, а? Опа. Шикарно я его нахлобучил. Причем довольно так легко. Сосунки, что скажешь. Так, у меня, смотрите, на первом месте еще эмблемка какая-то появилась. А ну-ка. Тут еще, по ходу дела, можно и разговаривать. Прям в игре. Елки, это что за хрень пролита была? Какой-то мед. Давай-давай-давай, иди сюда. Иди сюда. Не, на самом деле, ребята, они какие-то здесь легкие и практически не сопротивляются. А я в то время хожу себе, собираю грибочки, расту потихоньку. Кстати, здесь идет у нас время. Осталась минута до завершения матча. Все, что-то ускорение какое-то пошло. Видимо, к финалу близится дело, да? Ну-ка, так, я вижу там кое-кого. Ух ты, давайте их разбомбим, попробуем. Отлично, еще двое. Вообще ничего не делал, смотрите. Опа-на, а вот это что, как понимать, ребят? Смотрите. Непробиваемый какой-то был. Да успокойся ты, Роберт. На, давай, давай, давай. Вот так, отлично. Причем здесь у кого-то фиолетовые, вы заметите, полосочки жизни. У меня, например, зеленые. Не знаю, что это означает. Так, ну, осталось 14 секунд. Я пока фаворит здесь. Так, подарочек. Считанные секунды, ребятушки, и... Наверное, мы побеждаем. Должны победить. Так, замечательно. Да, ребята, первое место. Закончим. Посмотрим. Я не знаю, что я получил, но что-то получил. А, опыт я получил. Значит, здесь будут рейты. Получена душа. Быстрый пинок. Вот даже как. Одеть быстрый пинок. Собрать 30 душ для объединения. Это как так? А ну-ка. А, редактировать здесь у нас, да, значит? Хорошо. Блин, надо мне сменить никнейм. Интересно, как его сменить? Подпись. Отнеси меня, мастер. Пол. Ну, мужской, конечно же. Блин, почему-то я не могу поменять никнейм себе. Ребята, что за фигня? Вообще здесь ничего никак не сделать. Баннеры, ага, такие, ясно. Обидно, я не хочу быть ББК. Ранг у меня бронза второй. Рейтинг побед нулевой. Медаль первого уровня. Так, здесь у нас дуэли, темный квест, ПК. Давайте дальше разбираться. Так, у нас здесь что такое? Так, войти, первый день. Клад мой успешно собран. И нам, ух ты, достаются.
Опачки, а здесь еще оказываются наши, так сказать, скиллы будут расти по уровню. Темный квест нам почему-то недоступен. А здесь один на один, понятно. Оффлайн игра. Дуэль. Ох, все так интересно и так все много. Чего тут можно? Так, смотрите-ка, у нас навыки еще разные будут здесь. Их, видимо, можно будет как-то изучать, да? Скорее всего. Питомец. Ох ты. Бесплатных пока три. Если взять, то бросает те же предметы напарнику, что вы бросаете куриную ножку, зелье скорости, шок-ликер. Мамуля-медведь. Так, а здесь у нас гномик. Если взять, то вы можете атаковать напарника для восстановления его, ее жизнь. Понятно. И какой-то у нас тут... Так, это восполнит большое количество жизни при убийстве врага. Вот его, наверное, мы с вами и возьмем, да? Остальных у нас нету. Они открываются за золото. У меня золота пока очень мало, 419 монет. Так, а тут что у нас такое непонятное, да? Эмоджи. Это эмоции, что ли? Я не пойму. Немножко перевод как-то здесь хромает, ну да ладно. Главное, что все можно понять. Блин, а что такое, интересно, это нам не дается, темный квест. Зал славы сезона. Ага, на третьем уровне разблокируется, все, я понял. Так, собираем 60 грибов. Каких-то получаем сейчас. Хорошо, ладно. Это у нас подарочек был, да? Еще один есть. Так, а где он? А, вот, выше. Тоже забираем. Хорошо. Так, интересно, что у нас означает, ребята. Тут дофига чего, блин. Я даже не знаю, за что схватиться. Так, офлайн игра. Просто нормально трудно. От 1, от 2, от 3. Не, давайте просто выберем с вами. Как понять офлайн? Офлайн, я так понимаю, это если ты не подключен к интернету. Или вне игры. Но, тем не менее, здесь дофига народу, смотрите-ка. Я на втором месте? Давайте тогда сразу ураган изучать. Ну, кто там? Где там? Я готов к бою. Так, один уже тут лежит. Даблкил. Кто-то там, смотрю, наяривает довольно неплохо. Я на восьмой позиции. Что-то вообще... Опа, опа, куда прибежал? Куда бежишь? Давай, давай, давай его раскумарим по-быренькому. Вата. Он вата оказался. Хорошо, двигаемся с вами дальше. Я уже на второй позиции. Что-то как-то я больно быстро расту здесь. Елочка опять тут. Можно ее побить. И вот они у нас тут. Мешочки с грибами выпадают. Мы с вами можем еще улучшить скилл. Так, у нас будет блок. Не знаю, как это все будет действовать. В общем, сейчас посмотрим. Да когда ты сдохнешь-то уже, елочка, а? Спасибо тебе. О! И она какой-то рюкзачок после себя оставляет. Так, это, я так понимаю, мед, это бомба. Ну и где все? Стрелочки мне показывают, что они где-то внизу все бегают. Да мне это, в принципе, по барабану, я уже на четвертой позиции. Так, пивка, что ли, хлебанул? Во-во-во-во-во-во, бегут, бегут, смотри. Что это такое? Ты что-то в меня пуляешь, гад. Действительно, ватова. Оу. А бомбочка-то нифига себе, пол хп сразу отняла. Тихо. Щет, 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 сматываемся, ребята. Сматываемся от них. О, жизни восстанавливаются потихоньку. Курочка, иди сюда. Вот так вот оно будет получше. Ну, давайте, вот, наверное, огневой щит. Все, все скиллы у меня изучены, больше ничего не могу сделать. Теперь только драться. Так, еще возьмем одну бомбу. Две бомбы у нас максимально может быть. Смотрите, у него летающая мышка. Питомец. Ну, это его не спасло. Блин, да что такое, на своей же бомбе подорвался, а? Да где вы все, ё-моё, а? Вон, смотрите, лидер. Лидера показывают мне. Вот, значит, как у нас работает щит. Ёлки-палки. Так, вот он, лидер, блин.
Фиолетовый. Давай сматываться от него, блин. На каком месте? На третьем месте сейчас. Так, может быть, вот этих вот. Получилось. Отдайте мне мои мешочки, гад. Стырил все, а? Паразит. И краб такой, пучеглазый побежал, блин. Давай, показывай мне, где твой хозяин. Вот он, убегает от меня, да? Не сработало почему-то. Так, тихо, 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 Карен. Давай-ка я тебя... Во, молодец. Карен разобрали. Так, у меня опять же до сих пор третье место. Опа, неплохо, да? Щит сработал. Дайте-ка я вот это вот гада... О, двойное попадание. О, да. Так, 2 минуты у нас еще в запасе есть, так что нормуль. Можем здесь спокойно наслаждаться жизнью. Бегать, собирать себе светящиеся грибочки. Сзади у меня какой-то Каспер летает. Тыква голов... Тихо! Ты не припух случаем-то, браток? Ореол, а? Ну-ка, где-то там... Во, блин, убегает. Нет. Все, он свое получил, ребят. У меня еще есть курица, если что. Я могу подхилиться в любой момент. Так, 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 так. Ну, черт, напоролся на бомбу. Ну, кто-нибудь на меня, нет? О, сразу вдвоем. Вот это заваруха, а. Меня только вышвырит. А, вот, кстати, глава-то и был. Так, 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 он все на меня, смотрите, прыгает. Блин, гаденыш. Так, это не он. Тот вот он, ребята, фиолетовый. По-моему, я его грохнул, да? Да, ребята, я его убил и стал на первое место. Ореол опять тут ожил. Вот так вот. 5 убийств, это просто восхитительно, мне пишут. Карен, иди сюда. Все. Круто, кто будет следующий? А вот этот охламон. Так, 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 ребята, что-то ускорился. А, время, меньше минуты. 7-й, не могу остановиться. 7 врагов я убил, ребята. Это же великолепно. Ну, и кто меня сможет победить? Я думаю, что навряд ли кто-то осмелится. И у меня... Да, за 2000 уже очков. Так что я на первом месте по рейтингу. Ну, это игра у нас офлайн. Я не знаю, что это означает. Но, тем не менее, как видите, мы играем. Так. Давай. Да. Все, давай, дай, 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 дай бить этого говнюка. Ну. Отлично, успел и все-таки шибануть его, ребят. И победа должна быть за нами. Да, 1-е место. Безумный. 7 убийств у меня было, и я получил безумный. Так, быстрый пинок. Еще 15 карточек. А нужно 30. Угу, понятно, будем это знать. Так, у нас есть еще дуэль. Можно будет в дуэль поиграть, да? Так, что здесь у нас такое? Пригласить. Смотрите, тут много наших, смотрите. Костя, Саша, Гусь, Кеша. Ну, давай попробуем кого-нибудь пригласить. Так, вот сделаем. Видите, 2 места у меня есть. То есть мы можем играть командой. Поиграй с нами. Начать бой. Так, бронза у меня 2-я. Ну-ка, а нет, смотрите-ка, запустили меня в бой. Даже несмотря на то, что у меня не собрана команда. Начинаем. Тихо, 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 Анатолий. Из русских тут... А, нет, вон, смотрите, Вера. Давай, 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 давай. Отлично, 1-е убийство, вау. Изучаем перки, ребята. Нам нужны перки. И причем я заметил, что как мы сделаем, у нас будет последовательность ударов именно так, как мы с вами выставляем перки. То есть, вот изучаем. Смотрите-ка. Какой-то опять чудик у нас появился. 25 метров до него. Давайте-ка глянем, что это за ублюдок такой. Где он? Ага, вот. Ну-ка.
Слушайте, а он ничего не делает. Это как елка. Стоит просто здесь, дурака валяет. Так, следующий перк. Ну, торнадо, конечно же. Будем сейчас тут наяривать. Да когда ж ты уже сдохнешь-то, а? Готов. Так, дай мне вот так вот. Сумочку какую-то подобрали. Молот наш. Так, мы на каком месте-то вообще находимся-то? На втором. Так, опять этот. Ну ладно, давай попробуем. Ага, крутит тут не сальтушки. Не тут-то было. Легкотня. Так, я уже на втором месте. Дайте мне лидера. Вон он. Да что вы лезете-то, а? Вера, ты меня достала уже, а? Иди сюда. Сейчас добью сейчас. Что-то не помог. Где, кто, чё, куда? Оу, тихонько, не надо так. Так рьяно. За место. Такой пипец, блин. Куча мала. Смотри, смотри, тут разборки. Вау, все красные такие. И один я такой зелененький. Оу, тихо, тихо, они все на меня бегут. Вот упыри, а. Ты посмотри, чё гады сделали. Блин. Надо отомстить, ребята. Обязательно надо отомстить. Возьмем вот этот вот молоток. Насобираем немножко грибов. Какой-то новый ивент идет для четырех героев. Ну, наверху написано сообщение. Так, вот. Ты будешь первым, гад. Ты будешь первым. Отлично. Отдай все свои мешочки с грибами. Так, побежали дальше. Кто у нас тут? Ага, заваруха. Двойное попадание. Я вам сейчас дам там двойное попадание. Все ваши... Оу, тихо, тихо. В мед вляпались. А мед замедляет нас. Причем довольно сильно. Блин, я хочу тоже себе шипы сзади. Так, Анатолий, дай-ка я тебя немножко помучаю. Да что ж ты будешь... Только на одного начинаешь, так другой лезет сразу же, а? Ребят, ну а вам, если игра понравилась, то ставим лайк. Комментируем, если есть кому что сказать. Или кто хочет увидеть ее дальнейшее прохождение. Ну тут так такового прохождения нет. Тут будет все время на арене дело происходить. Просто тут разные всякие фишки есть. Вы сами прекрасно видели. Какие-то новые ивенты, там еще что-то. Все это будет открываться. Так, тихо. С повышением уровня. Бежим, главное, так задом. Ладно, фигня это все. Ну, иди сюда. Вера, ты все время попадаешься мне под мой топор. Ты уж прости меня. Где мы? Мы, кстати, ребят, с вами опять на первом месте. Все-таки мы выбились в эти, в лидеры. Так, вон там написано Анатолий и еще какой-то Пхеньян. Ну-ка, что тут у нас? Понятно. Надо бить в первую очередь того, у кого мало жизней. Так, тихо, тихо. Они какие-то изучают себе... Оу, спасибо большое за грибочки. Так, следующего. Двойное попадание. Они изучают себе скиллы какие-то нелепые. Прыжки и всякую дребудень. Я вот лично доволен тем, что я изучаю. Ох ты, комбинация, нормуль. Так, тройное убийство у нас уже. Ну, что ты прибежался? Оу, тихо. Каким-то мыльным пузырем он воспользовался. Четыре убийства получаем. Так, время, меньше минуты, ребята. Пошел отчет. Эх, опять мы с вами набрали 2000. Больше никак почему-то не получается. Я не знаю, как там чувак набрал 5388. Что он там делал? Но у нас никак не выходит. Все, ребятушки, 30 секунд остается до конца поединка. Давайте-ка на дорожку, как говорится, замес сделаем. Отлично, так, иди сюда. Иди сюда, блин. Почему это двойное попадание? Я уже неизвестно, сколько уже замочил. Так, Вера. Иди сюда. Так, отлично.
Ну, слушайте, ребята, а может быть, когда офлайн за тебя играет бот, компьютер? Уж больно они здесь легкие, если честно. Так. И опять у нас первое место. 120 монет и 50. Бронза. Нет авторежима, плюс 5. Чего плюс 5? Отнеси меня, мастер. Мы на первом месте с вами, как-никак. Соединение с Варварским центром. Так, 15 карточек урагана получили. А здесь у нас поздравляем с первым достижением из выносливости. И что нам дадут? Вау! 600 монет. 120 душ. Короче, 120 душ — это не души, это карточки они имеют в виду, да? Если у нас будет 120 карточек, мы сможем с вами что-то собрать. Либо питомца, либо еще что-нибудь в этом роде. С этим мы, короче, разобрались. Так, и здесь что это такое? А, смотрите-ка, новый аватар у нас будет. Дьявольский король. Отлично. Так, его можно поставить на фото в профиле на своей личной страничке. Ну, естественно, игровой. Понятно. Тут у нас, видите, сезоны еще какие-то. В общем, дофига всего интересного здесь есть. Так, где у нас король этот дьявольский? А, вот он. Вот такую аватарку я себе поставлю. Блин, ну плохо, что я не могу поменять себе, ребята, никнейм, а? Ну что за фигня? Это несправедливо. Интересно, если я зайду с мобильника и как-то можно будет здесь... А, вот надо будет потом прикрепить, зайти с мобильника, поменять никнейм и обратно перейти на эмулятор. Посмотреть, что у нас из этого получится. Темный квест будет разблокирован у нас на третьем уровне. А какой у меня сейчас уровень? Наверное, второй, я так понимаю. Тут можно друзей также приглашать. Бесплатный гем. За каждый пост вы получите 10 гемов. Понятно. А что эти гемы дают? Вот в чем вопрос, да? Гемы. Ну, это те же самые кристаллы. Так, смотрите-ка, мы можем с вами... У нас сколько? 120. Два раза крутануть рулетку, значит, можно. Ну-ка, давайте-ка сделаем. Что нам достанется? Так, это что, дополнительный подарок? Ага, 8 карточек какого-то клоуна. Я так понимаю, это будет питомец наш. Хорошо, давайте туда и еще. А, еще и монетки получили, ладно. Давайте-ка еще разок сделаем и... Блин, только лишь золото получили. Интересно, куда здесь золото тратится и на что? В общем, тут разбираться еще и разбираться нам, ребята, если будем в нее играть, конечно же. Так, здесь у нас события. События какие-то и бюллетень игр. А где мои события? Что? Почему я не могу ничего взять, а? Кто мне подскажет? Так, тут у нас... Вступает в команду Цельтик. Нет уж, извини, братишка, надо было вступать в команду, когда я вас приглашал, а он уже под конец игры пришел, блин. Блин, ну где подарок-то мой, а? А, вот, ребята, вот здесь вот. Что это такое, я не понял. Куриный... Курочка? Так, это... Ага, для покупки души питомца. Все понятно, надо будет запомнить. Ну что, дорогие мои друзья, давайте тогда на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравился видосик, лайкайте. И, наверное, мы с вами продолжим дальше играть. Но это уже будет в следующем выпуске. Всем пока!